Всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиро, и вон я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. Пойдемте покусаемся, друзья. Да, ребят, я играю за вампира, за страшного, злобного вампирика. Мне еще паучки остались, ну ничего. Ребят, по вашим многим просьбам я все-таки вернул яркость, так как было раньше. Да, все-таки это влияет. Смотришь ты днем, смотришь ты с телефона, яркость. Я согласен, не все могут себе позволить нормально в темном освещении насладиться этой игрой. Да и мне, честно говоря, с лампами сложновато. Так что я возвращаюсь обратно. Я, в принципе, показал, что такое Skyrim Dark. Ладненько, проверяем сложность, ребят. Легенда. Легенда, ребят. И пойдемте играть за нашу темную сторону. Так, сохраняемся. Подлетаем. Ого, что это такое? Так, стоять. Я просто туда не могу влезть. В облике вервольфа, вампира. Так, отвыкай. Господи, у меня, по-моему, опять бах. Да, ребят. Теперь каждый раз, когда я использую, делаю себя золотым вампиром, бах, остается. Ну, вы знаете, это даже как-то атмосферно. Все-таки мы уже двакин со стажем, и эта сила драконорожденного просто вырывается снаружи и показывает, что вот я, драконорожденный. Пускай будет, это забавно. Никакой баф оно не дает, это, знаете, чисто визуальная фишка. Ой, я лук хочу найти. Вот я не пойму, почему вот лук — это какая-то фича, какой-то, я не знаю, тайный, секретный ингредиент. О, давайте сейчас как раз порыв ветра попробуем опробовать, потому что я постоянно, знаете, сейчас мы опробуем, в результате превращаюсь в вампира и всех бомблю и... Что это было? Кто там? Поехали. Стоп, а как выбраться? О, подождите, пока вы там разбираетесь, я залутаю лут. Я тебя сделаю. Конечно. Картошечка. Ага. Изгой, значит, да? Ну что ж, давайте попробуем. Воу! Стой! Вы видели? Это оно? Это то, что он состанился? Или я не понял? Ну, воу! Воу! Это кто? Это что за беспредел, действительно? Ага, сверху. Не-не-не-не-не-не, надо убрать. Вот, поехали, сохраняемся. Меня так просто не убьешь. Привет. Я тебя сделаю. Вот как она. Что это такое? Вставай, друг. Вставай! Я жив! Жизни осталось. Я, честно говоря, думал, что, блин, нужно использовать белый флакон. Я думал, что я уже все. Повышение здоровья немножечко юзнем. И. О, зелье крови. Я ничего не понял, что это только что было? Я перепил зелье крови, что ли? Скума. Интересно, как скума влияет на вампира? Ладно. Не будем сейчас проверять, сейчас не тот момент. Ух ты! Она просто станется! Посох изгоев.
Ага. Строя пламени наносит 8. Я заберу. Ух ты. Она, наверное, поклонялась там каким-то своим богам. Привет, друг. О, я забыл, это ж... Ух, какие-то летучие мыши. Не знаю, ребят, мы из ГОВ разваливаем просто в 3 секунды. Да, тоже можно умереть, но тем не менее. Все нормальненько. Это какая-то такая вот маленькая локация. Так что будем возвращаться к нашим дорогим вампирам и продолжать выполнять какие-то побочные действия, потому что мне ребята подсказали, выполняя побочные действия, ты кое-что познаешь интересное. Хотя стоп, мы тут еще не все зачистили. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. О, что это? Ты всегда была вампиром? Это долгая история. Я хочу все услышать. Ну, придется начать с самого начала. Ты знаешь, откуда взялся вампиризм? Почти ничего об этом не знаю. Первый вампир был создан Мологом Балом. Она не была добровольцем, но стала первой, так или иначе. Молог Бал – могущественный доэдрический лорд, и его воля воплощается в реальность. Готовых подчиниться он награждает даром, но прежде они должны заслужить его доверие, а значит, должны быть сильными и могущественными. Угу. Как ты стала вампиром? Ты жалеешь, что стала вампиром? Никто раньше не задавал такой вопрос. Я не знаю. Чаще всего я испытываю ненависть, когда думаю о том, что стало с моей семьей. Как это подействовало на твою семью? Похоже, ты поступила не очень разумно. Как это подействовало на твою семью? Ну, ты почти всех нас знаешь. Моего отца давно уже нельзя назвать уравновешенным, и со временем он свел с ума и мою мать. Закончилось все тем, что я оказалась заперта в подземелье, причем на неопределенное время. Так что подействовало в целом плохо. Ну да. А, тебе никогда не хотелось исцелиться? Исцелиться? С чего мне может этого захотеться? Не могу придумать ни одной причины, которая заставила бы меня отказаться от дара, учитывая, через что мне пришлось пройти, чтобы его получить. Пусть моя семья и распалась, но я-то здесь, и я жива. Я не готова от этого отказаться. Я проживу еще миллион лет. Просто ребята еще писали, что нужно почаще с ней общаться. Да. Почему? Да потому что наши отношения должны как-то поправляться, налаживаться. Так, ну что, ребят, ну что, поехали, поехали превращаться в нашего любимого вампира. А, все стоит. О, да. Здрасте. Здрасте, здрасте, я вампир. Можно просто лорд-вампир. Ух ты. Ворожея. Которая еле-еле проседает от наших кастований. Вы можете посмотреть, если бы я сейчас встретил ворожею, она бы меня, ребят, просто какашечку укатала бы. Но я попробую повысасывать в нее энергию. Почему? Да потому что я, наверное, по-любому получу уровень после того, как мы ее убьем. Мне так кажется, ребят. И попробуем ее... Не, ну 100%. 100% я уверен, что поднять у нас не получится ее. Интересно, на что влияет вот это вот поднимание более мощных существ? Может, это тоже есть эта прокачка? И потом я смогу более мощных, более сильных поднимать, и они будут драться на моей стороне. Вау. Не, ну это, конечно, баг, но это довольно забавный баг. И я, честно говоря, им воспользуюсь, друзья. Я с немножечко подъем, я покачаюсь, так что можно порассуждать о чем-то. О лорде-вампире. Многие, конечно, бомбило то, что я все-таки выбрал
лорда вампира. Ну, ребят, на самом деле, если бы вы смотрели мои прохождения самых первых частей, вы бы поняли, что я просто за лорда ни разу не играл. Я, по-моему, один раз или два раза играл и все время проходил за стражу. Да, я такой, блин, думаю, ну я же неплохой, я хороший, я хочу играть за хороших. Че это я буду порабощать всех? Но здесь все намного интереснее, и мне хочется прокачать этого знаменитого, мощного лорда. И помню первое мое впечатление, когда я превратился в этого лорда. Да, я им тоже начинал, но я не закончил. Господи, думаю, какой же он ужасный. Мелко. Слушайте, а мы точно должны ее убивать? Может, она как-то будет за нас? И я вот это вот, честно говоря, сейчас подзадумался. У вас недостаточно магии. Ага, и восстановить. Ого! Да вы знаете, с восстановлением, по-моему, все в порядке. Восстанавливается очень быстро. Крайне быстро. Отлично. Ты просто чуть-чуть не кастуешь, и оно бешеное. Бешеное восстановление. Да, ребят, можете говорить все что угодно, но так бы она меня убила в 3 секунды. А тут просто дар. Воу. Забираем. Огненный взрыв. У него посох какой-то. Сколько я могу переносить? Я, по-моему, ребят, 1200 могу переносить веса. Или мне показалось? Вы... Я единственное не понял. Я же не мог только что лордом взять лут. А я взял. Что только что было? Вы обратили внимание? Вот перемотайте. Там 1200 килограмма. Это верно? Или я что-то попутал? Это что-то непонятно. Ну ладно. Сила могилы. Вот, хватка вампира. Магия крови позволяет притягивать существо издалека и поднимать его. Каждая жертва окажется близко. Я хочу этот перк. Я хочу. Потом можно вызвать горгули. Ого! Которые будут нам помогать. Вот смотрите, я же не могу собирать лут, а это как-то, я не знаю, это бах, сохранились. Стоп, а как мне поднятие хватка вампира? Он, наверное, работает как телекинез, только может поднимать людей. Ой-ой-ой. Что-то мне подсказывает, что если я нажму что-то неправильно, будет не очень хорошо. Ну ладно, тут... Господи, что это за локация? Ух, смотри, какая тень. Знаешь, как в ужастиках. На тень обратите внимание. Господи, что я дурачусь. Так, обращаемся обратно. Потому что почему-то я не могу дернуть за те рычаги. Вот не могу и все. Так, дай-ка я сохранюсь. А, ну это стрелы, я думал, это пики сейчас как выскочат. Отличненько. Ну, пойдем. Кто там? Хорошо, что ты доверяешь твоему. Ой-ой-ой, да ладно! Все? Будешь знать. Да, за воина, конечно, проходить изи, честно говоря. Блин, я весь виноград свой никак не соберу. Выкладываю. Ого. Тут колдуньи. Ворожеи. Жесткое местечко. Легкая броня. Интересно, а у изгоев есть тяжелая броня? Ребят. Блин, я, честно говоря, впервые вижу, что внизу... Ой, головка покатилась. Обычно всегда сбоку, а тут внизу. Необычно. Что-то мне не нравится этот рычаг. Серьезно. Это никакая не ловушка. А, это выключили. Ух ты. Это выключило вот эти вот ловушечки. Интересно, там ничего интересного? Может, что-то нужно притянуть? Хотя, по идее, я должен там побывать. Да, можно как-то обойти. И туда попасть. Ладно. Сохранились и пойдем.
Против воинов вообще изи, но против магов... Так, ребят, привет. Я что-то тут никого не вижу. Какая-то пещера странная. Я, честно говоря, не помню, чтобы я тут вообще когда-то бегал. У меня такое ощущение, что я здесь впервые. Ага, вот, вот мы зашли с другой стороны. Это, думаю, по-любому нужно сюда зайти, пособирать лутик. Позабирать все драгоценные камушки. Очень много драгоценных камней. Сундучок. Хилочка. Был какой-то звук. Да, это был я. Сейчас разберемся. 3 секунды. Да как так-то? Как я так быстро? Ребят, у меня такое ощущение, что я немножечко перекачал сердце. Перекачал своего воина, и он просто на изи. И самое интересное, что здесь чем выше уровень, чем ты сильнее становишься, а враги, к сожалению, слабеют. Потому что у них уровень по сравнению с твоим не поднимается. У них там максимальные, не знаю, 60-е, 70-е. У некоторых 90-е. Ого. Вот здесь, кстати, можно получить лящей жестко. Так что мы используем драконью кожу. Берем наш лут. Используем защиту. Ворожея! Ворожея, 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 ворожея! Парень, ты что там забыл? Как? Подожди, 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 не ныряй туда, ляньте. Он просто нырнул текстуры. Ой, ну залутать не можем. Ну, все. Господи, какой забавный баг. Ляньте, ребят, он просто нырнул. Блин, и нельзя его залутать. О, ну да, честно говоря, я наверное, объявлю воина имбой уже. Это при том, что я не воспользовался полной прокачкой, не использовал полной возможность сета. Ого! Это наша девочка ворожею воскресила? Тут-то она сильная. Ничего себе. А где это я выйду? Скайрим. Ребят, по-моему, мы зачистили локацию. Только что тут такого уникального, что-то такого ценного. Хотя, наверное, просто нужно было зачистить. Убить ворожея, может быть, это еще было связано с какими-то дополнительными квестами. Хотя, смотрите, сколько тут ингредиентов. Давайте-ка пособираем. Куча яиц. Какой-то еще проходик. Что это? Зелье невидимости. Стойте-ка, что это? Ха, эта книга у меня уже была. Она прокачивает какую-то способность, но я уже читал. Если ты уже читал, значит ты дулю получишь. Увы, увы, увы. И, честно говоря, так много бонусов за эти книги ты не получишь. Хотя, если взять черные книги перк на то, что когда ты находишь какую-то книгу, ты получаешь сразу 2 уровня, вот это вот уже, честно говоря, совсем другое дело. Ого, какая книга. Довольно интересная. Если хотите ее почитать в режиме паузы, можете прочесть. Ладно. Я думаю, мы тут уже все залутали. И да, да, будем выходить уже. Пора. Пора отправляться в замок. Я даже знаю, наверное, где мы сейчас окажемся. Да-да, это та башня, которая была изначально заперта. Теперь мы сейчас зайдем, ее откроем. Ну, для начала позабираем все эти драгоценности. Воу. Что это было?
Ну ладно, это уже не важно. Забираем весь лут. Очень много драгоценных камней. Хилочки. Стоп, 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 я один пропустил. Некоторые пишут, а есть там кнопочка, можно сразу все залутать. Ну, мне не интересно, мне интересно посмотреть, что там, как там. И что, если теперь нажму на эту локацию, очищено, друзья. Зачистили, хотя, честно говоря, вампира, не, ну прокачали. Только, блин, охватку не опробовал. А ты еще откуда? Воу! Ты смотри. Воу-воу-воу, не бей его, не бей, не бей, не бей! Погоди! Да, я превращусь! Спасибо. Спасибо, я же хотел забрать... Стоп. А почему еще красный? Еще есть враг? Я что-то не понял. Я вижу на маркере еще один красный. Кто тут? Оу! Ой-ой-ой, что-то он меня ушатывает, ребят. Уху-ху-ху-ху! Обалдеть, схватка, вы видели это? А ну сейчас проведем эксперимент. Иди сюда. Иди сюда, мой маленький. Просто об стенку его. Жесть. Кровь поглощена. Нормально. Любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем... Хоть одного забрали. И у меня до сих пор вот это вот... Арбалет. Можно его забрать? Он, в принципе, стоит нормально. Или забрать. Забрать или забрать? Как вы думаете, что сделать? Забрать? Или забрать? Хм, я думаю, давайте сделаем голосование. Я там прям сделаю, забрать или забрать. Еще третий вариант тоже забрать. Будем голосовать. Да, да, шучу. Просто гоню. Что ж, давайте доложим нашему другу, что вот мы ее обратили, кое-кого там убили. Ой, ребят, отдыхающие. Что было и что будет? Угу. Ух ты, тут разные ингредиенты прячутся. Ладно, нам нужен наш эльф, наш друг-эльф. Эй, погодите. Ой, мой... Мой сынок проснулся. Давайте я буду потише. Присядем. Привет. Тебе что-нибудь нужно? Кайрин теперь член семьи. Очень хорошо. Зелье крови 3 добавлено. Подозреваю, что если ты еще посетишь нашу новую родственницу, то обнаружишь, что она рада своему превращению. Угу. Чем я могу помочь? Поговори с Фераном Садри. У него для тебя кое-что есть. Ага. Феран Садри. Феран... Все задрожат смертные от твоего вида. Феран Садри. Феран. Так, стоп. Это не то. Это в разном. Феран Садри где-то вот там вот внизу. Ну-ка, пойдем сходим. Он что, отдыхает в гроб... Да, он спит. Привет, друг. Подъем. Привет. Привет. Что у тебя есть на продажу? У меня есть зелье от всего. Разве что от солнца нет. Но это и все. Так, зелье невидимости, иллюзии, исцеление болезней. Зачем только вампиру? Хотя, наверное, они тоже могут. Воу, сопротивление огню, ребят. Я возьму парочку. Господи, я наконец-то начну их использовать. Я всегда раньше никогда их не использовал. Вот теперь я понимаю, зачем. Вот теперь я понимаю, зачем они нужны. Стоимость 500. Дороговато, но... Будем покупать. Так, ингредиенты.
Что же у тебя за ингредиенты? Хм, неплохо. И книги. Зелье исцеления болезни и яд паралича. Ну что ж, пока мы... Ага, мы ему зелье можем сплавить. Здоровье, повышение здоровья. Стоимость 571. Не, нормально, это я там накастовал. Продаем. Лучника продаем. Лучника еще... Продаем. Да-да-да, зачарователя, кузнеца... Разрушение сейчас не использую. Хотя вот это вот можно продать. Бойкой речи. Можно было выпить. Добавочной магии. Давайте лишнее попродаем. Зелье меткости, невидимости. Ну, зачем она мне нужна? А, все, у него уже нет денег. Ладно. Ой, господи, мой сыночек проснулся. Наверное, буду заканчивать. Что-то он не успокоится. Так, у меня еще немножечко эфира есть. Надо спросить у него, что же за задание. Чем я могу помочь? Я тут потихоньку исследую чашу из гелиотропа. Думаю, мы сможем усилить ее целительное воздействие и сделать эффект более стойким. Усилить? Если вольем в нее кровь могучего вампира. Ого! Мне удалось узнать, где находятся окаменевшие останки древнего вампира. Вау! Принеси их мне. Я сумею усилить эффект, который дарует нам чаша из гелиотропа. Ого! Ничего себе! Древняя сила! Останки древнего вампира! Ого! Вот это жесть! Это то самое чувство, когда ты не выполнял эти квесты, и прям я не знаю, как первый раз. Эти мурашки от новых квестов. Вау! Вау, вау, вау. Да, ребят, это баг, в принципе, классный баг, действительно. Мы же драконорожденные, и это должно показывать, подчеркивать то, что мы не только кричим, мы еще излучаем ауру драконорожденного. Так что я официально заявляю, что это не баг, ребят. Это я, драконорожденный. Все, друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Понравилось немножечко больше, порекомендуйте это видео друзьям. Спасибо вам, спасибо и счастье. А я погнал к своему сыночку. Пока.